За счет собственной активности на бюджетные деньги микрорайон Мостовая в Ульяновске продолжают благоустраивать. Второй год подряд территориальное общественное самоуправление Мостовая Слобода становится победителем программы «Комфортная городская среда ТОС». Проект инициировал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В прошлом году за счет проектных денег в поселке установили ливневую канализацию. Здесь раньше она была земляная, сейчас здесь лотки, прочистные колодцы. Последние, как сказать, вот дожди показали, что она функционирует. Конечно, если за ней будут ухаживать в дальнейшем, то она и будет функционировать. Не будут ухаживать, она также забьется. А в этом году восстановили ливневку на улице Звездная. На этой улице рабочие также расширяют проезжую часть и устанавливают бордюры. Я вот здесь 87-го года живу. Вот, все идет в лучшую сторону. Вот построили детскую площадку у входа, потом тут вот асфальтируют сейчас. И зимой дороги стали намного лучше. На машинах ездит хорошо, а раньше было как-то вот колья было, все было неудобно. Вот сейчас тротуар будет, дай бог, бог Аллах, вот, все будет нормально, думаем. Новые тротуары и бордюры в этом году появились и на центральной магистрали микрорайона. Кроме того, программа позволила закупить пожарный гидрант, колонку и водопровод длиной 180 метров. Своими силами жители докупили трубу и колодец. Таким образом, водопровод увеличится еще на 70 метров. А на улице Тополевый переулок проходят раскопки для будущей системы водоотвода с улицы Российской. Это тоже у нас еще проект прошлого года. У нас оставались материалы, закупленные с прошлого года, трубы, пластиковые трубы на 500. Вот сейчас дорогу перекопали, будет тоже водоотведение уже со стороны горы улицы Российской, чтобы воду отвести в дорожную канаву. До конца года в рамках проекта на двух улицах микрорайона установят дополнительные уличные фонари. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Ул Правда ТВ.